Доброе утро, девочки. Смотрите, какую вкусняшку я приготовила. Кто угадает, что это? Вот яйцо пашот. Видите, какая красота. Кто хочет рецепт, позвоните или напишите, расскажу. Девочки, посмотрите, сейчас покажу вам приготовление яйцо пашот. Вот. Яйцо сначала мы разбиваем вот сюда аккуратненько, какую-нибудь емкость. Закипела вода, выключаем, делаем воронку и аккуратненько яйцо кидаем вот сюда, внутрь. Ага. Все собирается. Угу. Включаем медленно. Угу. Ну вот эти лохмотья, ничего страшного. Чуть-чуть это бывает такое. Угу. Смотрите, я уже делала. Вот один уже готов. Здесь творожный сыр у нас. Очень вкусно. То, что уже делала, все распродали. Еще просят люди. Угу. Все, здесь у нас 4 ложки уксуса и соль. Угу. Еще вот последний снимаем. Вот, смотрите. Холодную воду опускаем. Угу. Потом снимаем. И бутербродики. Вот у нас бутербродики в 3 получились. Приходите попробовать. Очень вкусно. Паштетом и творожным сыром. Девочки, посмотрите. Вот бутербродики у нас очень вкусные. Яйцо пашот. Вот с утра я делала. Вот. А это блинчики с мясом. И у нас выпечки такие. К завтраку, конечно. Вот в первую очередь сегодня у меня по плану был вот это. Яйцо пашот. Пожалуйста.